Всем привет! Продолжаем гулять по выставочным залам. Зал Эрарта представляет выставку «Райский сад» Люси Вороновой. Выставка московской художницы Люси Вороновой обращается в своем творчестве к поэтике наивного искусства. Это приглашение в огромный мир маленького человека, живущего в диковинном райском саду, как написано в анонсе. Люси Воронова отличается своеобразным, всегда узнаваемым стилем и по праву занимает особое место в современной художественной среде. Действительно красивые картины, радостные такие, цветные, просто действительно добрые, мне кажется, картины. Мне показалось, что они добрые, хорошие картины. Манера художника далека от стилизации. Она естественным образом вырастает из декоративно-прикладного искусства и близка к его природе. Палитра художника символична. Красный – это жизнь, синий – небо, черный – вечность, а охра – это золото. Работы автора отличают чистый цвет, четкие контуры и безукоризненный ритм. Ну а герой картин Люси Вороновой – это женщины, цветы, птицы. Посмотрите, красиво. Вот как говорит Люси Воронова. «Я всегда начинаю с человека», – говорит о своей работе художник. «Мой первый жест – человек, его состояние, смысл. И в каждом я ищу человека. Люди очень разные. Это всегда космос, загадка, неожиданность. Приоткрываешь завесу и обнаруживаешь за ней огромный мир маленького человека, а в нем цветы, птицы, плоды земли и дети. Люди со своими судьбами в моей душе. Я сопереживаю им и пытаюсь их согреть, поселяя их в райский сад, где цветут диковинные цветы, и никто не плачет». Красиво сказано. Родилась Люси Воронова в 1953 году. Взрослый человек. Окончила художественный факультет Московского технологического института. Стала лауреатом премии «Лучшая работа», учрежденной Московским союзом художников. Была отмечена медалью Ордена Святой Анны и бронзовой медалью Российской академии художеств, достойного, так называется, медаль. Является почетным членом Российской академии художеств. Ну и, в общем, ее работы во многих собраниях галереи находятся. В Государственной Третьяковской галерее, Центре современного искусства, Московском музее современного искусства и так далее, за границей, в США и других государственных и частных коллекциях. Вот такая выставка в Эрарте Люси Вороновой «Райский сад». Все, смотрите. Пока-пока, до свидания, до следующих встреч.